с дедосит. Ну, твоим. Нагруз. Дальше. Если потребуется, я встану на вашу сторону. Я обязан вам куда большим. Блять, на третьем месте. Как и так-то? Вот это просто тотема нету. Ну, стопудово нагружает человек. О, три. Чешуйка. Так-то лучше. Вот это можно нарулить. Рейте. Да пусть что бегут. Мы убили кошатницу. Оранжерея жизни-то поделайте. Что-то не резнули. Кубо мог бы и резнуть, ей-богу. Прости, думал, пожалуйста. Друзья. У меня маны нету. Мог бы попить. Какое-то... Чего роль-то? Т9-то возьмите, Локи. Это имба прям для вас. Не знаю. Вообще у нас Фрейя типа убивается в Хэме, но что-то так мне страшно. Да, давайте в Хэм, а что ее убивать? Такая же, как в обычном. Ну, блядь, 23.09, ну, типа, если мы сейчас пойдем двух боссов, то погнали. Если вы хотите фул закрыть, давайте лучше обычку. Ну, мне завтра на работу, например. Что ты делаешь в горах? А нет, это просто еще люди некоторые первый раз, я так понял. Слышь, Кубок? Че? Кстати, 4Т9, оно похуже будет, чем 2Т9. Не, нихуя. В каком месте, значит, можно, пожалуйста, ну, хотя бы это, когда вы говорите что-то лучше, что-то хуже, хотя бы какие-то математические расчеты. Там вы надо смотреть по этим, по бонусам даже. Там на 4 бонуса, что в Т8, что в Т9, там, ну, типа мусор полнее. 10% урона от жертвенного огня, порчи или нестабильного колдовства. Угу. Ну это имба. 9. Тебе 10% это талант, не талант, а символ дает. Ну, и плюс это 20% уже. Ну, а теперь посмотри, почитай, у Т8 получается этот комплект из двух. Сейчас я тебе скажу, от 4 комплектов Т8. Зачем мне от 4, если у меня от 2 надо? Мы сейчас говорим про 2 Т8 или 2 Т9. Да, 2 Т8, 2 Т9. А вот ты прохилишь. Прохиль. Я не помню хил. Киса, беги. Все нормально, это я сам себя достаю. Я понял. Кошечка. Кто там два куска имеет? Не. Не знаю, зачем ничего не кидали. Короче, если ты говоришь про 2 Т4 и еще 2 куска, то Т8, скорее всего, лучше. То есть даже не скорее всего, точно лучше. Но это не для демонолога. Для демонолога Т9. А ты на серьезке собрался типа в демоне ебашить дальше? Ну, конечно. Я-то думал, мы с тобой в Афликах и погнали. 4Т4 будет, Афлик будет, да. Да. Не знаю, по-моему, ты не разгонишься в Афлике на 4Т4. Без усилков, по-моему, нет. Ну, вообще, как а не... усилки-то в СПД, там никакого другого стата нет. Да. Ну, правильно, так в СПД усилки, ты можешь все остальные закинуть в хосту, ну, и ты почувствуешь нормально. Ну, Афлики фулл хосту не играют, в камни вставляются СПД плюс хост. Ну не суть, тебе хотя бы 1500 надо хосты. Есть. Очень много. 200 минимум, типа до выхода берешь 1200, после 1400. Да. Ну 1400 так, у тебя будет, когда ты уже... И, бля, ты будешь, по-моему, так с этими статами проебывать, дай стрику. Да у тебя заебись все будет. Не знаю, кстати, на том же X3, типа, ни один дестрик не мог, ну, типа... На X3 есть телки и брюли, еще раз говорю. Ну, а как тогда дестрики не догоняются с таким же СПД? Да.
Фишка в том, что, блин, Афлик может за счет того, что усилки бросает в этот, в СПД, забиваться в хосту. Так они и так в хосту отбивают. Не, ну там типа я имею в виду, что 1500 хосты. Так дистрики-то тоже берут СПД. Ну да, типа, ну у тебя все... Все луки теряют в СПД без усилков, так что тут они все теряют. Ну, Афлик сильнее, согласен, потому что дистрики, они anyway пул СПД вливают. Все да, камни да. В СПД. Афлик есть СПД хас. Хотя, в принципе, Афлику тоже, типа, можно и... Если правильно играть Афликом, нихуя тебя кто догонит. Экзекутка у тебя... Подожди, там, смотри, там, кстати, этот... Ракушка пишет в чате. А, это? Там он, да. 17-й. Кутерка сбить не может. А почему здесь цветов нету, блядь? Убрали. Да, весь десяток тоже убрали. Вот. Потому что они лезут каждые 2 часа, и если тут все зачищено, тупо заходили и... Да я знаю, я... Да не баньте моба, ребят, разбаньте его нахуй, пожалуйста. Просто пусть убивает. Да. Да нет, ну и типа, Гудлик, возможно, типа, ты был у людей, которые не умеют на Африках играть. Типа, да. Я видел на X2 Африков, Т4, которые перегоняют Дестрик. Актинию. Которые там 17-18 радовали. Не знаю. Но там есть брюли и там есть усилки. Я за счет этого, что типа Дестрик может тебе разогнать хорошие статы за счет этого. Ой, да это Дестрик, а кто этих усилков не будет? Там кольцо еще одно упало. Только не летаунте друг у друга танки. Пусть он на войде висит, на его прохили. То есть, Кубок, мы с тобой письками мериться в ДПС и будем, блядь, только после выхода этого? 24-4? Ну, конечно. Так, так ты сейчас поменьше, Кубок тебя обгонит. Варенки. Роги, вары. Элики. Курик. И Элем. На всех боссах. Элемы, да, ебашат прям хорошо. Ну, это правильные элемы. Ну, и СПДшные энхи еще тебя да. Гонят. Типа СПДшных энхов вообще никто не догонял. Летайте фридом, пацаны. Энха переделали. Не, ну даже нет, даже вот с учетом того, что та одинарная молния выезжает, там, ну, типа, условно, там 500 перегона ездит. Да, да не суть, нет, 4. Это надо посмотреть, потому что энха, ну? Типа, они еще им переделали ППМ. Ну, да, им переделали еще на, давно еще на X1 их переделали. Нет. А, типа, поломали опять на X3, когда запускали? Это добавили вот недавно буквально, типа... Нет, ты чё, это было еще на X1 этот разговор, я СПДшным энхом бегал на X1. А кто босса согрел? Молодцы. Помянем. Ну, трэш, убейте. Может, кого-нибудь убьете, не знаю. Зайдите, вы лучше умрите, просто, да, чувак. Да, ну всё, забей, конечно. Ну, я думаю, сначала Локи будут. Нет, Роги, Вары будут выше. Ну, если да, нормально по-моему. Засакетятся. Да не, нихуя. Да не знаю, типа, еще ни одного Вара не видел в 2-4. Который... Самый повы Т4. Подожди, мы еще за Т4. Мы же за 4-4, а не за 2-4. Так за 2-4 так тоже, типа, сомневаюсь. 2-4 плевать вообще, типа, там нет у него кого нормальных бонусов. Кроме Редрика. Демона заебить бонус. Плюс косарь ДПС. Подожди, может кто-то сотку выкинет, подожди. Да, на Лока беспонтовая. Так, какая?
Ну, она на демона пойдет, хорошо. У демона же там скалируется, по-моему, от его эспада. Баф. Ну, нет, на демона заебет. Ну, я там, что типа лок, и так, типа, с меткостью постоянно перекапа. Ну, да-да-да. Рост, ты посмотри, что у него, а ты говоришь, беспонтовый. Да. У Боба там 18%. Там у это даже апнет очень сильно. Подбегайте все, давайте быстрее. Давайте, мужики, вперед. За Орду, погнали. Отворачивай сразу. Ну да, у меня же тоже 18%. Не, у меня 14, слава богу. А нужно 11. Это ты дал грозу? Ну типа, я не знаю, сейчас смысла особого нету в саппорт вбиваться. Сейчас боссы не дамажат так особо. Ну кроме Алгалона. Ну, не знаю, Каражан Гера, я... Каргера, да. Карри Гера, я буду переделываться под саппорт, блядь, фулово. Чуть ли не РБК. Дайте баф, пожалуйста. Там ремень, ребят. Уф, какой ремень красивый, ля. Жалко без сокет. Кстати, этот Нелла в сети. Там он не захочет, наверное. Вопрос. Так это Штвин. Мы приглашаем Нелла. А, пояс не будете? Смотрите, пояс короткий. Ну не знаю, 300 голды на дороге не валяется. Не боюсь. Ну кроме травы и руды, ладно, согласен. Да. Так подожди, какие 300 голды? Да там пояс разобрать можно спокойно, в принципе. На что? На эти, на осколки. Да они не стоят столько. Ну 200, хуй с ним, ладно. 100. Не-не-не-не, кидаешь поле, блядь, всегда два креста легко, блядь, обеспечен. Что никогда не кидал? Не знаю, не знаю, сомнительная история. Тут уже зажрались, блядь. Поль, ну это как скам выглядело, слышишь? Забаньте еще, один кто-то, баньте, пожалуйста. Все, стоп. Где наша Зука, который банит когда-нибудь? В мейн рейде. А ты б меня пустил сюда на лодке, слышишь? Я бы просто на Везекса бы сейчас зашел за на лодку. Что, ты в воскресенье не пойдешь? Конечно же нет. Да надо, надо, стопудов кому-то надо. Если надо, мне отдайте. Вон, видишь? Ну, это как комбат у кошки. Ну, кошки, наверное, нет, комбат, ну, да. Вот у Роги, например, синий пояс, бля, вы говорите, не надо. Вот так. Кстати, а этот Рога кто? Типа, ветеран... Нарзик еще с X2 у нас в гильдии. Not with Walsh. Да, да. Что, ему ветерана дать, что ли? Да, ну, он так вроде ветеран, блядь. Ветеран Норд, блядь. Ветеринар. Дает мне, слышь, Кубок, блядь. Сегодня стою, Дживса крафчу. Он мне дает, короче, 8 пыли и 2 космические субстанции. Говорит, могущество 4-е. За чарь, блядь. Ну все. Чарь. Хули стоишь? Хули смотришь, чарь. Слушай, я бы 2 бронзы вот кинул на его месте, вот так, типа, чай, берсерк. 2 берсерка мне, блядь.
Вообще-то в лучах нужно стоять, чтобы стакать баф. И вовремя, еще понимаешь, вовремя надо выбегать, чтобы не откинуться. Да. Сколько? Сколько? Ну, да, в рейде таких нету, да? Только еще не подумали. Ну-ка, ты просто по приколу стоишь там? Наслушался сову просто о том, что нужно стаки ловить. Ой. А ну, чё там манты 15 тысяч, чё, кубок, ты не прохилишь, что ли? Чё? Там 15 тысяч бьёт, не прохилишь? Ну вы просто разрозненно стоите, у меня круг исцеления как-то хуёво хилит, когда вы очень далеко друг от друга. Понимаешь? Чё? Да, не помню, блядь. Он не особо большой, на самом деле. Надо смотреть. Да, да, посмотрю. Зато... 15 метров, ни вашим, ни нашим, короче. Но это очень мало, да. Ну да. Да я не знаю, типа, чем тебе кубов этот каприз нравится, если он самый беспонтовый вообще. С хилов. Даже 24 собрал на него. Ну она 24 без крита хуё вообще работает максимально. Да вообще не стоит, типа, хэпресту собирать. Мы считали, он хуже всего идет хэпресту. Не, ну, блядь, любой, типа, не откажется, но я о том говорю, что это, типа, максимально хуёво, блядь, для этого хэпреста. Вообще, на этом боссе я хотел в ДЦ сейчас спекнуться, потому что... Да тебе вообще на всех боссах можно в ДЦ было быть. Да нахуй надо. Меньше бы людей умирало. Хейтит пиздец вообще. Да мы не хейтим, мы тебя любим. Просто если бы ты давал ПС-ку в своем присте, понимаешь, тебе вопросов бы не было. Сейчас дам. Так а при чем здесь? Где ЦЛК, где ЦЛК, где мы, скажи? Ой, мне так нравятся вот эти ребята, а на том сервере было лучше. Типа, камон. На X3 по факту было лучше. Все, базара нет. Ой, зато в Т4 охуенно этот исповедь прок, это вот сейчас смотри. Охуенно, вот этот захил, я понимаю. Да, Войд, сундучок, бля, обязательно надо. Там галпит. Ну, блядь, с алхимика. Ой, господи, вот эти, бля, бизнесмены собрались. Дайте каску, пожалуйста. Сейчас бафаем, подождите, ману пью. Спасибо. Давайте ускоряться, значит. Ну, проходку тоже давай сделаем. И в дар не забываем свечиться. Так а чё, тут в обычке я сейчас соло тебя убью всех мобов. Ой-ой-ой-ой-ой, какой серьезный парень. Да и правильно, чё. Да его не жалко, забей. Да, кнопки нажимать не умеет. Дерево. Ну, понятно, дерево. Чисто кнопки нажимают. Я не очень понимаю, объясните, зачем вы кайдите моба в обычке? Вы лучше агро держите. Да, действительно, такой бред какой-то. Видите, что Гудлик пишет, типа, агро срываю, большой ДПС. Омен в помощь. Да, кстати, Омен хороший аддон, ребят. Да. Я на БР. Блять, не БР. Один вихрь, понятно, гротаем, не слышал. Понимаю. Что, там один вихрь дал, реально? Да. Ну, понятно. Ну, пацан, ДПС типа покрути, типа такой, я сильный. Бать хилю, пацаны. Да, господи, где вы ее теряете постоянно? Гудлик, не пиши это, не позорь вара. Оу,
Гудлик обосрался по полной. А то не подождал на пол и всего остального ворвался. Конечно, ты сдохнешь сразу. А потом дайте мне Т4, а нахуй тебе его давать, на тут Гудлик. Мертвый ДПСер и плохой ДПСер. На тут. Да-да. Мы его просто... как ты не можешь понять, если тут прям очевидно? Да ты зря так думал. Да, нормальный пацан, если бы не глисты, конечно. Если бы не глисты, чешу, я не услышал. Я забрал Машечку, за красную сдам. Ногой. Сдаю мастера. Ой, опасно. 50 на 50, зачем знаешь вот это? Что? Мне страшно было, я просто в куче стоял. Понял. Я собирался в исповедь у тебя сдать, но не сдал. Можете кто-то в Настю кису Инер сдать? А, блин, я хотел на тебя сейчас прилив сил сдать. Ну, на меня? На... Ой, твой... А не, на Настю кису. Дал Инер. Спасибо. Я бы экзорцизм и флешки кастовал в этот период. Бля, звучит классно. Сексуально, да? Бля, хороший босс стоишь и покашешь просто, бля, вообще по кайфу. Люблю такие. Как да, и все остальные боссы в обычке, да. Давайте пожарника сразу. Дерево. Че на Мемироне? Мемироне в обычке, по-моему, будет то же самое. Манекен. Блин, бедный Гудлик уже. Выйди с черепом. Бля, это Гудлик прям даже вышел, ничего себе. Сыграйте по дереву сзади. Локи СС, покиньте. Рос, давай договоримся, ты мне даешь Инер, а я тебе ПС. Ну, на босс. Ну, давай. Ну, можем на Мемироне. Хотя она откатится, наверное. На Мемироне на четвертый дадим, просто она откатится, наверное. Да. Так, Инера не вижу. О, все, вижу. Ты и так ебашит. И наконец-то перехилил ШП, да, в Т5. Да в обычке ни клавы вообще невозможно шотнуться. Ну вот встань. Вот видишь, максимум до пол хп сносит. Так это же с учетом того, что типа хилы вообще сейчас топнули. Веру давай, тёп, ты чё? Блядь. Ну тогда я спадёт поезда. Мне кажется, Эльков вообще за Христа кайфует. А что там нормально вроде? Не, отлично делать, но нет. Прикольно. Да. Осуждаю. Осуждаю, пацаны. Я тут ебашу вот так-то. Такой он сейчас меня. Вот это. Боб, да. Это монитор сильно. Ну конечно.
Бля, что-то на хила выпадет сегодня, нет? Чем ты лучше играешь, тем лучше ты играешь. Нихуя себе ты выдал. А там рецепт тоже анрол, да? О, ДК, иди взрывай. Давай, давай. Давай, хипер, иди взрывай. Хочешь, я взорву? Вот давай. Это вот ты себе придумал мотивацию, Гудлик. Кстати, если Мимирона по-быстрому убьем, то можем еще Везакса. Да нужно Везакс. Гудлик, ну вайпнул нас, вайпнул. Че ты уже отговариваешься? Так, вот, не-не-не-не, вот, положи на бочку, заебал. Войд, блядь. Куда ты Ларри нес, слышь, блядь? Ты Гудлик понял? Ты это, ты не беспокойся насчет Мелта. Мелт, он сам играет, ну так, отлично на своем классе, вот этом вот паладинском. На уровне, короче. Да. Нужно достичь более высокого уровня, чтобы стать высшим уровнем. Ну не стойте в одной метке с другими людьми. Ну что ты за мной бегаешь, друг? Кебаб, а где ты? Ты будешь стоять возле меня? А все нормально, не пишу. Абдулай, где там лазит? Вагон. Нет, рыбу тоже нет. Ешьте. Я, к сожалению, фул набрал уже. Лично, ну, чем... Ты вообще-то мою сову еще должен пристроить, Кобов. Но мне места нет. И мы ну, слушай, у тебя кто-то не придет. Рос, а Саня всех нашелся? Я не знаю, но он мне ничего не отписал. Ну, блин, не стойте друг возле друга, темный, отходи. Че вы стоите? Рэнди сейчас 10, будет... пацаны. Да, сейчас будем этот... Я скажу, когда поездку. Поздно. Блять, хуёво дал. Меня вообще нихуя не прокнуло. И затмение сейчас не прокает. Просто гневка. Стою по 0.8. Кайфую. Давай, давай, давай. Смотри, смотри, видишь? Вижу, вижу. Беги, малышка, беги! Миликин. Пизда. Это далеко. Да все нормально, нормально. Тут есть поверь, буду давать, все нормально. Ну вот. Ну, профессионалы, получается, в мейнстате. Ну, в смысле, у нас в мейне как так-то, блядь, хэм, блядь, все доживают до четвертой фазы. Ну, никто не знает как. Ой, вагон. Вот я думал, что он умрет. Блядь, ну не успел даже щит кинуть его. Берить его? Блять, а кто взял этого Нелла? Че он меня перегоняет? Нелла, а ну, слышишь? Давай, расслабься. Диван дать не смогу. Ближе подходим, круг, вокруг, поле. Устроили балаган. Да-да-да. Да, это Нелла. Могу дать. Давай, да, я скажу, когда. Ой, скажешь, когда мастера дать скажешь. Ну, если что, да, массакру скажешь. А сколько длится ПСК? 30? Да не помню. Давай ПСК.
DC. Да, в DC слишком просто. Вот это, конечно, шотный вот. По мне 600 тысяч ударил. Вращение, отбежали, от лица отбежали. Сейчас после лазера на вас дам, мастер. Дал мастер. Да, да. Из-за уешки выбежал. Ну все, все, Куба, посмотри, вот видишь, что делает животворящие ПС-ки. Это называется пета не хилит, блять, пришлось 10 секунд стоять вызывать нового. Не подсматривай. А че, мы сюда встакнулись? А взрывай просто, пусть он... Огонь ждем. Есть ПС-ка? Секунда, да. Закинул. У нее же обычки урон срезал, по-моему. Это робот. Почему здесь череп? Это робот. Хорошо, дай тотем на ману. Что? А, я забрал. Сейчас спускаю. Найс, хорош. Зато он. Интересно, вот я сейчас забрал ядро, я могу голову опустить на третьей фазе? Давай попробуем. Да, кинул, ничего не случилось. Но было бы прикольно, если бы на ноги упало. Беги, малыш! Обстрел отбежали. В ноги побольше и в тело чуть побольше. Разбежали. Машку дал, Машку дал, разбежались. Ладно. Беги, малышка, беги! В ноги добавьте. Голову вообще не бейте. На соплях держится. Кто еще? Идет. Я по-умному увешу. Отмени этот. Ну, скорость неплохо вроде бы. Давай, вот это дам где-то. Она нужна магам, шипешкам, возможно, афликам. Или ДДЦшникам займись. Нет, не все, кар забрал одну. Все. Так, где это тут? Нарисайтесь сами. В эту, в валившуюся галерею идем.
Так на Везок сойдем все-таки? Да, мы пошли, чё. Мы в Гере его убивать будем или нет? Конечно. Какая разница? Давай что-нибудь паролим, давай, интересно. Полюшка, а ты не в курсе, но мы в воскресенье идем мейн составом. Нахер тебе лок, когда вешаешь. Да он не всегда попадает на РТ. Он, у него шаманизм, да, вроде мейн? Шаманизм это Нелла. Ты что, дурной? Нет, это, ну, а мы про Неллу и говорим. Не, про Полюшку. А, Полюшка, да, он вагон. Че, Кирилл, блядь? Вагон. Давай, передупесишь, позвонишь. Куда выливаете, блядь, ребят, дальше идем. Ну, конечно. Получается, типа, да. Не ролим, пока Везекса не убьем с Мисс. Обвалившийся Гордея. С Йогом. Это нормально. Да ладно, он, по-моему, не сильно дамажил. Хотя у меня аккаунта нет. Понял. Обвалившаяся галерея. Какое древковое на кота приятное падает с Везекса. Ебать. Так, давайте пойдем. Раз нужен. Лучше с йога. С двумя дырками. Нет? А нахрена коту хаст? Ну, я не знаю, что сильно собирается этот, но за счет блидов, по-моему. Но я не уверен. Я типа не эксперт, а где абсолютно. Но катуха идешь, хаста типа. Катуха ста нужна, потому что блиды чаще будут прокать и быстрее. Банан меня наебал, да? Получается. А, ты с бананом, типа, ой, да, я спросил, кто в сети был, блядь, и он сказал, хоста нахер не нужна, крит АП собирать. Ну, типа, крит нужен, да. Я нажал 50 на 50. Ты доволен, но? Да, это ты нажимай, когда он дамажит, а не когда он стоит. Подождите, а при чем здесь люди, которые играют за свой класс и Невер на паладине? Зачем? Я не знаю, у меня только буря на этом на панели. Зачем мне еще что-то? Да, у тебя даже, понимаешь, у тебя есть буря, но нет печати повиновения. Ну... Ты там в руки отдал паладину? Буря мастера, все, я тебе полезный. Стан, дай мне вот этому черепу. Фуф череп. Ну еще кто-нибудь. Давайте стан. На, да, брат. Вон. Фул контроль. Да он не дает савы. Он какой-то беспонтовый. Дает. Уже были прецеденты. Когда там у вас пап? Есть инфа? Да. Что-то чё? Есть инфа по острову Кельдонасу, там когда я мапал? Уже заколебался 12-6. 12 сентября обещают вроде как, вместе с выходом 25-ок. А разве не 16-го? Ну да, то ли 12-го, то ли 16-го, не помню уже точно. По-моему, 12-го. А на стеночке все. Ну, 16-е четверг, 12-е воскресенье. Чувак. А кто это за бандит такой? Ну, Петр, Нелла в центре сидел. Так нет, он тебя не обязательно, по-моему, свой таргет, он ближайший. Ну, если Нелла, ну, ГП. Так, не убивайте мага, не убивайте мага. Он мне МК дает. Ты не убьете, блядь. Не убью. А чего ты хочешь такое? Нет, подожди, же... а в чем проблема с этим? Разница с обычкой, типа. Ну... Разницы-то нет. Не, он про механику боя. Ты что, да. Так что как выбегаешь из меток, тебе разве что нужно АУЕ потом.
Да, единственное, что тебе нужно еще из меток реально выбегать, а не так, что типа, ой, простите, и так далее. Я знаю, но оно начинает с шота с 12-го стата. Да плевать, оно пускай шотает, типа, ну у нас все РДДшники наши. Да, вообще на изи его убить, тут проблема только в агро. Как и два мага не наши. Так у нас хипер он, блядь, в ДК. Танк. Да ты что там жить? Чем? Ну, моб не жесткий обычный. Фикаси. Да? Фикаси ударит. Какой пал больше игрок? Потанчить еще, а потом спикнешься. Тут нету маны, и ты нет, даешь... Нет, пал не садится по мане. Нет, ну вот меньше трита набирает, нежели чем ДКшка. Ну, тут такое. Типа, смотря какой гир. Да никакой пал не садится по мане. Ты можешь лужу спамить, да, не садишь. Любой ебашит. Так. Так какое освещение можешь? Просто ее бросать и не сядешь по мане. Там в 25-ке знамение, ну как оно, типа, кто-то вот, которое от хила работает. Очень много хил. Угу. Подожди, подожди. У тебя сквалт релогается. Кобак. Принял. У нас вот с второй пати лягнул. Я сдал контроль, я сильный. Я какой-либо отпустит. Ну понял, ладно. Там еще одна подруга проснулась. Че, фул комнату чистим, да? Я понял. Мага надо залить, его зацепили чем-то. Так мы его и бьем, снимаем.
20 секунд. Че перемарка закрутила? Ну, он в 59 там с копеечками освобождается. Типа там есть, по-моему, ну, типа, быстрый полет очень этого спала. А токены оттуда, это Т9, да, токены или Т8? Т8. Это 226-е, которые, да? Да. Да, он заебал все свои прожимки. Геру отдал, этот отдал. А, блять, это не наш тотем, сука. Твою. Слушай, ну он еще и Геру богу дал, вообще прям. Ого, нормально. Так да. Маги могут своровать Геру, кстати. Нет. Да могут, могут. В РЛК воровали этих. В тюрьме. Души его. Well, still, там, да. Да я фермер, пусть погуляет. Да я пошутил, блять, пацаны, не убивай. Я стан отдал ему. Ему. Репитанс не понадобился. И Рена побежал, блядь. Непонятно. Костюм. Где лук? Да иди прямо, ничего страшного, Кара, он тебя не заденет. Банан испугался, нет? Главное, это в агро не страшно. Иди перемат, я не вижу. Сейчас, сейчас, я еще иду. Угу. Мега хуёво. Душегуба нужно... Я со стадии душегуба. Душегуба, играйте. Бля, у нас РДДшников до хи... Ой, милишников до хрена. Не будет ли у нас проблемы с тем, что будет кидать? Восемь плюс девять плюс хилы, не, нормально. Больше, чем у нас. А да нет, 9 хилов, 5 хилов, 9 РДДшников, это 14. А у нас в рейде сейчас 24 всего, 23 всего. Да норм, норм у нас, народ. Да, у нас всего лишь 8 лишников. Будильник, давай, поступай. Это у меня, все нормально. Снова на репитанс. Только не заденьте ничего. Еще раз. Хорошо. Резко мы. Что там? Я вижу, сейчас там вода лежит. И сейчас вода бежит.
Так, я тебе не знаю, поэтому. Пойди глянь еще раз.